Настало время передать эстафету. И передать, конечно же, тому, кому я доверяю. Я доверяю мандат депутата Европарламента Инны Дзири. Татьяна Аркадьевна, благодарю за доверие. Я пришла в партию, я пришла к вам, чтобы бороться за те же идеи, которые вы представляли в Европарламенте на протяжении 20 лет. За то время, пока я в партии, работаю, учусь у вас, количество задач только увеличилось. И я готова быть тем голосом, который нужен нашим избирателям на европейском уровне.